Рядом со мной стоит Гамзат Гасанов, который только что выиграл нокаутом. Гамзат, поздравляю тебя. Спасибо. Гамзат, первый вопрос на сегодня для всех ребят одинаковый. Расскажи, какой вуз представляешь и в какой команде тренируешься? Представляю вуз МГИМО. Тренируюсь в клубе «Белый Лотос». Немного тяжело разговаривать, еще не отошел после боя. Расскажи, это был жесткий нокаут, ты готовил нокаут, не хотел бороться, потому что колени у тебя прям отлично вылетали, и ты до этого еще хотел в прыжке колено сделать, я видел. Да, мы с моим тренером Юнусом отрабатывали колени на протяжении последнего месяца. Это был наш план, встретить его колено, мы знали, что он хороший борец, но при этом он не защищает голову, когда прыгает ноги. Я проанализировал все его бои и решил сделать акцент на колени. У вас перед тем, как ты нокаутировал своего соперника, у вас началась рубка такая жесткая, типа Убара. Расскажи, попал ли он по тебе, потому что пару раз мне показалось, тебя тряхануло. Ну, не то чтобы тряхануло. Один раз хорошо попал в глаз. Меня не болтало. Просто от немного, от пропущенного удара, от урона я немного развернулся, но тут же встал в стойку. Я готовился к трехраундовой войне. Я был готов к трем раундам. Но я рад, что получилось завершить все. В первом раунде. Хочу спасибо сказать Всевышнему за эту победу, за рекорд 1-0, который у меня сейчас. Также спасибо большое Гиви за то, что дал мне эту возможность. И огромное спасибо Юнусу за то, что тренировал меня, помог согнать мне 20 килограмм перед боем и восстановить. Сегодня я набрал 9 килограмм за один день. И не могу тебя не спросить еще вопрос. Как у тебя получается совмещать учебу с тренировками? Потихоньку получается. Спасибо, надеемся, увидим тебя чаще в октагоне. Спасибо. Удачи. Спасибо большое, я тоже надеюсь.